Выхожу на работу. Вот как здесь хорошо. Видите? Новые коврики. Ну, вот я сейчас наведу камеру, пока бульдожек нету. А вы посмотрите, чего здесь не хватает. Вот я, например, вижу. Ну, стул я уберу. Это не наш стул. Мусоречку я перенес в другое место. Джерик ее охраняет. Коврик постелил собачкам. Вот они бегут. Сейчас будут сидеть на коврике. Ну, не хватает чего-то. А чего? Я знаю. Ну, может, кто-то догадался. Если кто догадался, то молчите. Рада, пошли со мной. Дай. Виктория дала творожку. Ну, он холодненький, сейчас нагреется. Подожди. Холодильничка. Пошли со мной. У меня к тебе дело есть. Идем. Идем, Радулька. Пошли быстрее. Иди вперед. Пускает меня. Где ты там фыркаешь? Спускайся. Давай. Ну как вы думаете, зачем я сюда пришел? Я знаю зачем. О! Видите зачем? Пошли. Пойдем. Наблюдать, как она прыгает. Интересно, смотрите. Я за это я и зову. Чтобы показать. Прыску. Ты где? А теперь можешь доить свой творожок. На. Дело сделали. Давай. Сахар, да? Это Виктория у Сереги сахар забрала. Сейчас отнесу. Короче, она забыла купить сахар. Свистнула у Сереги. Они здесь чай пьют. Вот. Мастик, пойдем по делу сейчас. Вот она, это их чай. Взаимовыручка. Костюшка. Марсик, рвану на кухню. Марсик, пошли. Ну, земляне, как вы думаете, что я сейчас буду делать? Выходи быстрее, Марсик. А ты что дрожишь? Во, замерз. А Джерик, как вы думаете, он что, не мерзнет, что ли? А, земляне, он же такой же человек, как и все остальные. Вот. Джерику надо тоже коврик постелим. Вот так. И пусть он стоит. Да. Забота о ближних должна быть не только на словах, но и на деле. Все. Потому что у всех есть будочки. Тепленькие вещи. А у Джерика нету. Он один у нас стоял на холодном полу. А у него еще лапка. И бин больной.